мальчишки, девчонки, ребятишки. Так. Сильно я красиво оделся. Я не гей. Я не гей, не транс, не пидор, не транссексуал. Просто веселый парень, который веселит народ и поднимает своим юмором. Это о чем говорит? Что я психически здоровый, нормальный, адекватный человек. В чем моя фишка? Моя фишка — это веселить и поднимать всем настроение и прославиться благодаря этим на всю страну. Вы запоминайте, я хуи не сосал никогда. Я только девушек люблю. Я их удивляю, девушек, чтобы они шли вперед и чтобы было у них состояние всегда хорошее настроение. И все. Но в чем? Наша жизнь состоит из такого диалога. Просто, чтобы не было никогда терроризма. Мы против терроризма. Терроризм нам никуда. Так что мы против терроризма. Вы не думайте, что я гей, транс, транссексуал или пидор? Нет, совсем не так. О чем это говорит? Что я артист и совершенно обыкновенный человек, как и все. Мы остальные живем в обществе и понимаем друг друга. Конечно, есть такие люди, которые поймут, а есть такие люди, которые меня просто не поймут. И до свидания, и смотреть не надо мне, и все. Это о чем говорит? Что я хочу быть только на истинной впереди, хорошей цели, к мечте, прославиться каким-нибудь роликом, благодаря хайпануть немножечко. Но для ради секса только с девушкой можно хайпануть. Но только благодаря сниматься в порнокастинге. Не в роли девочки я буду, а в роли мужчины. Вроде мужчины такой классный, такой прям сексуальный, потом такой вот, знаешь, просто энергетика, прям ох. Но без этого, без секса, никуда нам, никуда. Мужской орган, он всегда причует к женщине. А женщина, она всегда жаждет, хочет что-то больше, больше. И она, конечно, это получает удовольствие. Удовольствие от мужского полового члена – удовольствие. А удовольствие – это когда ты самосвязан мужской и женский организм и притягивает этот, вот этот сила как магнит. Магнит – это секс. Секс – это мы, когда все занимаемся любовью. Любовь – это мир. Любовь – это когда ты дружишь с кем-то и всегда занимаешься сексом. Но без секса никто не проживет. Потому что не надо быть таким. Это... таким идиотом, чтобы не заниматься с девушкой сексом. Это же дебилизм. Просто дебилизм. Если не заниматься с девушкой. Это же просто дебилизм. Умственно отсталость просто. Умственно отсталость. Но я занимался сексом. У меня был секс с тремя девушками. Им было по 26 и по 36 лет. Представляете? У себя на квартире я занимался сексом. Мне понравилось с девушкой. Вот так вот. Девушек лучше любить, чем мужчин. Мужчина — это противно и некрасиво. И народ не понимает. Вот так вот, ребят. Потому что в России таких, как мы, не очень нас принимают. А я хочу, чтобы меня приняли и поняли, что я не гей, не транс, не пидор и еще не кто-то другой. А просто юморист, артист, который хочет хайпануть немножечко или прославиться на всю страну благодаря своим эпатажным роликом и рекламируя себя презервативы, чтобы покупали мужчины и разбирали. Вот так вот, ребят. Но я хочу вам сказать только слово. Идите всегда вперед, идите прямо, всегда хайпайте, хайпайте, и у вас все будет хорошо. Но только
но только на свой истинный путь, который вы хотите достичь какой-то моральной цели, если вы, конечно, адекватно умны и талантны. Запоминайте. И все. И тогда все будет прекрасно, хорошо и круто. И все, ребят. Это был Александр Ильин. Город Тольятти. Встречайте. Вот он я. Вот так вот. Так что давайте, ребят, живите дружно, любите друг друга и улыбайтесь. Хоть не каждый день, но понемногу улыбайтесь. И у вас все будет сексуально. Понимаете, о чем мы говорим? Перевозбуждение, перевоплощение в женский образ. А какой человек, какой ты, какой тебе примут. Запоминайте. Не пидор, не гей, не транссексуал, не сумасшедший дом, не дурак, не дебилизм, а классный парень, который веселит и смешит народ. И все будет зашибись. Так уж, ребят, я вам советую смешить народ у ворот, а потом твои опять наоборот. Вот так вот, ребят. Так уж, занимайтесь все сексом, удовлетворяйте женщин. Если женщина любит мужчин, женщина удовлетворяет мужчин так, чтобы вас никто не отпустил никогда. И все. И не потерялись в этом мире навсегда. Навсегда. И все. Так ж меня любить и ценить только с юмором и с моим талантом и с моим хайпом. Но без хайпа никуда. Пропадешь без хайпа. И все, ребят. Так уж одевайтесь красиво, сексуально, и все будет у вас зашибись. Зашибись, прям трэш. Зашибись. Мы только за юмор и за таланты. И все. А не за пидораство. О! Удачи вам, берегите себя. И будьте счастливы, и будьте всегда наготовы, на чеку. Если хотите хайпануть, идите вперед. И никогда не сдавайтесь. Все будет во. Все будет зашибись. Отвечаю вам. Если ты увидел видео, ставь лайк. Не забывай репостни себе на стену.